Здравствуйте, мои дорогие зрители! Вы на канале Рукодельные истории. Меня зовут Клинова Ольга. Сегодня у меня распаковка посылок с сайта AliExpress. Вот такое количество их. Сейчас будем смотреть. Но сначала я хочу вам показать, что я получила большой контейнер для бисера. Взяла по ссылкам девочек, которые очень хвалили этот контейнер. Вот он такой. Здесь 60 баночек. Приходит все хорошо упакованное. Все в отличном состоянии. 60 баночек. Вот таких вот. Прозрачные баночки. Еще ничего сюда не ложила. Не засыпала бисер. Очень-очень радуюсь этому контейнеру. Довольно очень. Все пришло в целости и сохранности. Все девочки его хвалили. У продавца 24 вида различных контейнеров. И баночки и круглые, и прямоугольные, и квадратные. То есть на любой вкус и для любых нужд. Очень советую такой контейнер. Кому понравился, проходите, пожалуйста, по ссылке и приобретайте. Очень-очень хороший контейнер. Все его очень хвалят, и я в том числе. Сейчас я распакую все посылочки, и мы с вами рассмотрим все, что я купила. Давайте рассматривать, что я выписала. В основном здесь вспомогательная фурнитура, рабочая фурнитура, как я ее называю, но без которой ни одно украшение не обходится. Итак, я выписала вот такие вот шапочки в виде цветочка. Размер у этих шапочек 5 на 5 миллиметров. В одном пакете их 100 штук. Продавец предлагает три цвета: античная бронза, античное золото и античное серебро. Я взяла античную бронзу и античное серебро. Ой, античное золото. Взяла по два пакетика. Вот теперь у меня по 200 штук. Шапочки очень красивые. У меня такие уже были бронзовые. Я их все использовала. И вот сейчас докупила еще. И такие же точно шапочки в медном цвете. Это я купила у другого продавца. Здесь в пакете идет 55 штук. И размер их написано было 6,5 миллиметров. Но мне кажется, они точно такие же, как и предыдущие. Как я уже сказала, в пакете их идет 55 штук. И цена сейчас на этот момент, по-моему, около 25 рублей за один пакет. Но есть доставка. Вот я взяла три пакета, по-моему, в районе 30 рублей. И доставка у меня была 50 рублей за все три пакета. 165 рублей я заплатила вот за эти три пакетика. Я считаю, это нормально. Как они смотрятся, эти шапочки на бусинках, вот я вам хочу продемонстрировать. У меня здесь бусины сердолика. Вот эти вот бусины 12 миллиметров. И я надела шапочки вот с этой стороны. По две. Золотая и бронзовая. И смотрится очень даже красиво.
мне понравилось. Можно так применить их. Еще шапочки вот такие. Значит, здесь у меня медные шапочки, тоже 5 миллиметров они. И продавец предлагает 4 цвета: золото, серебро, бронза, медь и еще микс. Я взяла по 2 пакета. Вернее, они идут по 100 штук, можно покупать пакет, и по 200 штук. Я взяла по 200 штук, и они мне пришли в 2 пакетиках. Взяла 2 цвета только, бронзу и медь. Вот такие шапочки. Они аккуратненькие, небольшие. И с бусинками смотрятся тоже очень хорошо. Вот здесь я их надела. Посмотрите, как я их совместила одна с другой. И они получились в виде вот такого вот элемента. Даже можно сказать бусинки. Тоже смотрится неплохо. Здесь вот медные, а здесь бронзовые. Тут у меня 2 бусинки. Одна бусинка 12 миллиметров и 10 миллиметров. В общем, вот смотрится. Можно по-разному их поставить. Можно по одной бусинке добавить. Тоже будет хорошо. А можно, наверное, совместить тоже с золотом. Античным золотом. Будет красиво смотреться. Применить можно и так, и так. А может быть, еще как-то. Кто-то, может быть, придумает еще как-то. Так, дальше что? Вот такие, так вот, магнитные замочки. Я взяла бронзу и на 3 нити. Вот так они открываются. Магнит хороший, притягиваются очень хорошо. И для браслетов, ну и можно и для чокера, наверное, использовать, тоже будет хорошо. Продавец предлагает на 2, 3, 4, 5, 6 и 8 рядов. В лоте идет 5 штук. И расцветки различные. Золото, серебро, медь, бронза. Белое золото есть и черное. Я заказала пока только такие. Ну и взяла вот такие вот концевые колпачки. Они называются. Размеры их различные. От 4 миллиметров до 12 миллиметров. В лоте идет 100 штук и 7 цветов. Значит, золото КС, обычное золото, серебро, так, медные, античная бронза, радированные и черные. А также можно взять все эти колпачки в миксе. Я взяла только бронзу, потому что у меня микс есть. Здесь размер 4 на 5 миллиметров. И на шнур 4 миллиметра. Они очень хорошо подходят. Вот так смотрится законченный вид у нашего силиконового шнура получается. Это для тех, кто не знает, для чего такие концевые колпачки. Так, что еще у меня здесь? И я заказала вот такие вот подвески. Ну, здесь не подвески, а коннектор. Клевер,
7 вариантов цветочков такого клевера. Есть, значит, вот как бы полы, а есть сплошной металл. 7 видов различных подвесок. В лоте идет 20 штук. Размер вот этого вот коннектора 20 миллиметров на 12 миллиметров. Я взяла так, цвет только серебро в этом лоте идет. Но я нашла еще такие под золото и под бронзу. Еще не заказывала. Ссылочки вам и на них оставлю тоже. Очень интересные коннекторы. Я делала с таким коннектором браслет из садолита для своей дочери. Ей очень понравилось. И она говорит: мама, бери еще. Такие браслетики должны пойти в продаже хорошо. Вот такой товар у меня сегодня был. Девочки, кому что-то приглянулось, вы можете пройти по ссылкам моим и себе приобрести что-то. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, поставьте лайк, напишите комментарий, подписывайтесь на мой канал. Жду вас всех. И до новых встреч на моем канале.